А днем в воскресенье уже по сложившейся традиции в Ноябрьск доставили благодатный огонь. Самолетом из Иерусалима российская делегация привезла его в Москву, а уже из аэропорта Внуково в специальных капсулах благодатный огонь повезли во все уголки России. В Ноябрьск его доставили в половине четвертого дня. Из аэропорта на машине благодатный огонь провезли сначала по городу, а после доставили на площадь памяти, где его уже ждали горожане. Оттуда крестным ходом верующие прошли в храм Архангела Михаила, и все желающие смогли зажечь свои свечи. К слову, целый год до следующей Пасхи в алтаре храма будет гореть лампада с благодатным огнем.